Всем привет, друзья! Всем привет! Сегодня у нас на обзоре томат «Оранжевый фонтан». Очень красивый черик апельсинового цвета, оранжевый. Вот его кусты. Расскажи, Милан, какой он формы, как он по вкусу? Ну, он очень вкусный, формы, он, если честно, мне напоминает грушу. Грушевидной формы, очень сладкий он. Сегодня у нас 9 сентября. И мы снимаем его, как видите, кусты усыпаны. Из-за холодных ночей уже листики пропали. Но, тем не менее, сорт урожайный. Мы его специально держали подольше, чтобы показать, какой у него будет урожай и как он хранится на кустах. Ну, как видите, усыпаны кусты плодами. Вот у Миланы в руках кисточка. И давайте посмотрим на весах. Милана разрежет его. Посмотрим его мякоть. Я думаю, что томат достойный. Будем его пробовать впервые, так как вырастили его первый год. Возьми, покажи эту кисточку. Она сложная. Вот такая вот кисточка. У нас 105, кажется. 105 грамм кисточка. Сейчас мы побольше попробуем. Давай побольше. Я думаю, что будет грамм 200, да? Сейчас. Нет, 120 грамм. Да, 120 грамм. Ну, тут помидоры поменьше. И оторви один помидорчик. Попробуем его на вкус. Сейчас мы его тоже взвешим. Грамм 8 будет, да? Сколько он показывает? Так, и он покажет 5 грамм. 5 грамм, вот такой помидорчик. Я сейчас поближе покажу эти помидоры. Вот такие они классные. Пока Милана разрезает, я покажу вам гронку. Ну, вот такой вот лунный фонтан. Оранжевая. Апельсиновая мякоть. Пробую впервые. Мы вот снимали день или два назад, дня два, да, назад, наверное, лунный фонтан. Это оранжевый. То оранжевый намного слаще и вкуснее. А тебе какой был вкуснее? А, ты этот не пробовала еще. Лунный ты пробовала, он тебе понравился, да? Нет, этот пробовала. Этот тоже пробовала? Да. Ты срывала, пока меня не было, да? Да. Ты украла меня помидор, который я хотел с него собрать семена. Ну, ничего страшного. Это мы так шутим. Милана кушает любые помидоры, которые ей понравятся. У нас в достаточном количестве они. И ну, есть с них семена. И ну, этот фонтан. Ну, а какой все-таки вкуснее? Они одинаковые. Тебе ну, одинаковые? Похоже. Мне понравился больше оранжевый. Лунный тоже вкусный. Оранжевый вкусный. Сегодня на вечер сделаем салатик, чтобы посмаковать этими помидорчиками. Если вы выращивали или оранжевый, или лунный фонтан, напишите в комментариях, как он вам понравился или нет. Ну, а если вы хотите приобрести семена... Заходите в описание, там будет ссылка на наш сайт. Да, и выбирайте семена многих сортов. У нас в наличии больше 200 сортов томатов. А также, если вам понравилось видео... Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если не подписаны. До новых встреч! Всем пока! Всем пока!